Здравствуйте, дорогие друзья, вы на канале Hardasset Info, с вами покажу, как настроить Samsung Galaxy Tab S9 Fan Plus, включить запись экрана. Чтобы на данное устройство включить запись экрана, вам будет нужно всего лишь перейти в панель задач, которая находится наверху, и найти такой значочек, по которому будет писать запись экрана. Это такой вот неполный квадрат с значком камеры. Нажимаем на него. Начать запись, можем мультимедиа, микрофон, показать касание, можем это все пока не включать, но можете себе включить, если вам будет нужно. И начать запись. 3, 2, 1, и запись началась. Чтобы ее выключить, можем просто ее здесь приостановить, и запись сохранена. Спасибо за просмотр, ставьте лайк, подписывайтесь, и до свидания.